Юбилейный мемориал памяти заслуженного мастера спорта СССР по тяжелой атлетике Занефа Валеева было решено провести по усеченной программе и вместо классического троеборья предложить спортсменам только становую тягу. Это самый зрелищный элемент. И во-вторых, в этом элементе как бы атлет показывает все свои достижения, связанные с тренировочным процессом. Здесь, значит, все мышцы задействованы. То есть и плечевой пояс, и спина, и ноги, все здесь как бы элемент. То есть это такой элемент, он как бы функционально забирает в себя все, что есть в троеборье. Как рассказали организаторы, они намеренно не стали делать эти состязания официальными и протокольными. Первостепенная задача, которую они ставили перед собой – почтить память своего друга и тренера Занефа Валеева. Эти соревнования уже, им уже не присвоится статус чемпионата города. Да? То есть, если был троеборье полноценный, то это был бы, может быть, и статус еще чемпионата города. А это просто чистый мемориал, посвященный памяти Занефа Габдуловича. Соревнования пройдут 21 апреля в тренажерном зале бассейна «Дельфин». В 9:30 начнется контрольное взвешивание спортсменов, основная программа стартует в 11 часов. Вход свободный, к участию допускаются только совершеннолетние спортсмены. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.